Омские детские сады готовы принять еще 600 воспитанников. В областном министерстве образования рассказали о свободных местах в дошкольных учреждениях. 34 организации могут принять в общем 300 детей от 1,5 до 3 лет. Большая часть детсадов находится в Советском округе города. Также набор открыт в 5 учреждениях Ленинского округа, 8 Октябрьского. Готовы принять воспитанников еще 3 сада в центре Омска и 5 организаций на левом берегу. Что касается детей в возрасте от 3 до 7 лет, для них найдут место в 40 дошкольных учреждениях по всему городу. Уточнить возможность устройства ребенка в тот или иной детский сад, в котором есть свободные места, можно, обратившись в муниципальную комиссию по комплектованию соответствующего административного округа.